Мы приехали домой. Катюха несет. Ой, ну молодец, Катюш. И я иду с пакетом. Егорка уже убежала. Сейчас дома все вам покажем. Все, что я купила детям в кашколе. Так, дорогие друзья, пришли, купили все, что надо. Но первое, давайте я покажу. Вот такие вот дыньки мы взяли. Первая дынька, держи, Света, убирай ее. И вот вторая дынька. Вот такие вот мы взяли. Держи. Также покупали чипсы. Сейчас отдадим маленьким. Мы немножко ели. Разделите сами дальше. Дальше вазон мы забрали заказ. Я тут попалась на скидку хорошую. И у нас коврик. Света, снимай. На компьютер очень плохой. И мы взяли вот такой вот коврик. По скидке большой хороший коврик под мышку для компьютера. Дальше. Детям понравились мороженое. Мы взяли ванильное, заказали. Ну, там еще заказали карамельное, но оно еще пока не пришло. Поэтому пока ванильное две пачки взяла. Дорогие друзья, если вам не нравится, пожалуйста, вы можете не брать. Я не говорю вам, что надо брать. Просто моим детям понравилось, я заказываю. И мне удобно. Я сама не делаю, у меня дети теперь сами достали молоко, налили, сболтали, заморозили, все. И кушают. Дальше, Светочка, вот это вот пока открой. Кате сегодня подарили вот такой вот попыт в магазине. А, довольная. Он, кстати, цвет меняет. Потом мы постараемся вам показать. Дальше. Сыночка сегодня у меня, Егор, за свои деньги купил себе вот такие вот наушники. 800 рублей стоят. Егор, она, забирай свои наушники. Ага. Так, пришел вот такой вот топ. Глянцевый. Это не матовый, это глянцевый пришел. Света когда-то просила. Так, Егор, держи свои. Маску свою забрал? Это Катина, да? А, вот. Ну, сейчас. Потом фикс прайсе, ребята, представьте, разобрали все тетради. Мне надо было Ильюшкина покупать. Ну, вот такую вот одну единственную там лежала. Остальные там на кольцах лежали. На кольцах я не хочу брать. И вот она на 90, на 80 листов. Последнюю забрала. Ну, надеемся, привезут еще тетради. Дальше. Что купили? Егорушке надо было ремень. Взяли вот такой вот, как наподобие, как у Светы. Ну вот, черный. Егоркина отложим сюда. Дальше, что по обуви? Егор себе выбрал вот такие вот кроссовки. 43-й размер. А по стоимости что они? Егор, ты не помнишь, что они по стоимости? Что-то около 1500, да, были? Что-то около 1500 были. Вот такие вот кроссовки. Ему понравились, пусть носит. Дальше. Кате. Василиса. Кстати, ботфорты, которые мы у Светы покупали, стоят 1500, кто-то спрашивал меня. И брала я их на маслозаводе. Катя смотрела там такие, как у Светы, не было юного размера. И она себе выбрала вот такие вот. Не знаю. Ну, вот ей понравились. Какой-то размер? 35-й. Вот такие вот. Ботфорд. Или как они называются? Оксфорд. Оксфорд. Во, все. Смотрите, что она делает там. Вась, отдай маску. Ты зачем маску Катину грызешь? Так, дальше. Давай, Света, вот это вот. Помогай мне, дочь. А то я одной рукой не смогу. Это рубашка. Мы взяли ее Егору. Она темная такая. Что она по стоимости? 700 рублей. Темная. И также еще другую. Нифига, бумажка для наушников. Так, отодвигаем это Егорке, потом отдадим. Светик, вот это вот доставай. Это мы Егору взяли брюки. А, это Катины. Джинсы. Посмотри там ценник, пожалуйста. Что-то все, фокус теряется. А, не написано? Ну, по-моему, они 1000 были. Мама, Вася! Коза такая. 1000 рублей. Вот такие вот темные джинсы. Она не захотела ни костюм, ничего такое. Мы смотрели брюки. Она говорит, мама, брюки. Она одни померила. Говорит, не хочу, хочу джинсы. По концовке взяли вот такие джинсы. 1000 рублей. Дальше. Вот этот вот открывай пакетик. А, да, вот давайте сразу покажу, чтобы Катя убрала. Катя взяли вот такой рюкзак. 700 рублей, Катя, да? 700? Ну, вот такой вот рюкзак. 700 рублей. На, убирай. На свой попыт, потом положи его куда-нибудь, согрей. Так, вот эти вот две рубашки. Это я взяла у знакомого. Помнишь, тетя Галя, которая говорила? По дешевке девочки примеряют. Они просто были... Подожди, сначала давай одну. Вот такая вот одна с коротеньким рукавчиком.
Вот такая вот рубашечка. И давай теперь вторую. Василиса. Вася там с ума сходит. И вот такая вот вторая. Это уже на молнии. 850. А тут что? 750. Ну, вот такие вот. Две рубашки. Девочки померяют, решат кому. Вот это, Светик, открывай, пожалуйста. Там еще должна быть блузка. Катюшина. Катя себе выбрала вот с таким вот рисунком. Кошечку. Она почем, Катя, была, не помнишь? Так, 700? По-моему, 700. Я не помню тоже, ребят, почем она. Давай вторую. И вот такую вот вторую она выбрала. Это 500 было. Я не знаю почему, но вот она ей понравилась почему-то. Все, отходи, Катя, пока. Егор себе еще одну, я его уговорю, рубашку взять вот такую вот. У него наподобие есть, но темно-синяя. Рубашка хорошенькая, потом будем мерить уже и более подробно. И вот такие вот брюки мы ему взяли. Брюки хорошенькие. Так, брюки почем у нас? Брюки 1349, а рубашка... Рубашка я не помню. Ну, тоже что-то около 1000, по-моему, было. Ну, что-то такое. Ну, вот такие вот покупки у нас в целом для школы. Ну, и для дома дыньки, фрукты. Катя, я не знаю, почему вот Кате так понравилась она эта блузка. Вот эти вот, Светик, померишь блузки? Хорошо, и там потом решить. Ну, вот все, ребят, все покупки. Еще осталось мне одеть Машу и Оксану. И все. Ну, еще Ильюша ко школе тетради купить. Пишите, как вы думаете, кому что понравилось. Ну, вот мне вот такие вот, честно, вот не понравились. Почему-то. Катюш, подожди немножко, пожалуйста. 1499, вот цена на них написана. 1500. И у Светы также то ли 1500. Ну, Кате нравится, ей же ходить не мне, поэтому нормально. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот у нас покупки ко школе. Дорогие друзья, у нас время ночь, на улице так сверкает. Это ужас какой-то. И сверкает, и громыхает. Просто пипец. Подуйте нам, пожалуйста, теплого воздуха, чтобы у нас тепло было. Всем добрый день, Маша, скажи привет. Привет. Мы сегодня едем уже с Машей покупать ко школе. Если что найдем, то и купим, да? Ладно, бежим на автобус, а то мы опаздываем. Чё? Ну-ка, рукава прямо. Ну, считай, оно застегнется еще, мне кажется, нормально. Ну-ка, повернись попой. Оно, видишь, сзади удлинённое немного. Ну, как раз, поворачивайся. Мне кажется, нормально. Все, берем. Две блузки, да, берем? Хорошо. Мы приехали домой. Да, там... Марина, не трогай, пожалуйста, сейчас все упадет. Да, там лягушка умерла. Ванечка, не трогай ее. Так, Ваня, иди сюда. Я сейчас тебе, Оксане и Марине дам за то, что вы сегодня... Отойди немножко, отойди. За то, что вы работали сегодня. Уборку Ваня делал. Кто еще уборку делал? Я. Так, это Оксане. А вот тебе... О, музыкальный Давай. Инструмент. Давай откроем. Да. Идите, открывайте. Так, а мы пойдем с Машей показывать все, что купили ко школе, да, Маша? Ну вот первое вы уже видите, рюкзак. Классно, но сейчас более подробно дома все покажем. Ладно, идем смотреть, да, Маша, распаковывать все, что купили. Так, ребят, показываем все, что купили. Ну, давайте вот это первое я покажу. Это меня просил муж, пила наш штиль. И вот эти вот две, я не знаю, как они называются, но вот, короче, косарь вышел вот это вот. На, Машенька, отдай папе. Дальше. Маше обувь мы выбирали, чтоб и на физкультуру, и в школу. Она не захотела. Мы Оксфорды смотрели, но ей все большие, да, Машенька? Мы смотрели разные, Оксфорды ей все большие оказались, да? А да. Туфли, Маша, ты почему не захотела? Угу. Неудобные? Она мерила, ей не понравились. Короче, взяли вот эти вот, мы взяли на физкультуру. Чего они по стоимости? Не помню. А вот 799-800 рублей. А вот такие вот она выбрала, чтобы ходить по улице, да, Маша? И они были по стоимости... Что-то я не помню, что-то 600, что ли, рублей.
Ну, вот в целом так, да? Да, со скидкой они были. Потом дальше. Вот такой вот рюкзак Маша выбрала себе. Мы много смотрели рюкзаков, но вот Маше понравился этот рюкзак. Ну, удобно то, что его можно будет стирать. С брелочком вот с таким вот он идет, с клубничкой. Ну, вот ей понравилось. Дальше. У меня разорвались совсем кроссовки. Я себе там была уценка за 500 рублей, взяла вот такие вот кроссовки. Они уцененные. Ну, мне ходить пойдет. Там были разные, ну вот в целом. Дальше. Капронки. Смотрели разные. Взяли одни вот такого цвета, другие вот такого цвета. Посмотрим, какие будут как раз, а какие, если будут большеваты, то Кате достанутся. Ничего страшного. Дальше. Кофту. Мы смотрели разные, кардиганы всякие мерили. Ну, Машеньке ничего не нравится. Я хотела ей вообще пиджак. Маша сказала нет. В оконцовке взяли вот такую вот кофту. Чё, она 1300? 1380. Вот такая вот кофточка. Давай, Машенька, дальше. Топик. А почему топик 150 был? По-моему. Вот такой вот на ростовку 146-152. Дальше, Машенька. Блузки мы взяли Маше две, потому что у нас Маша такой ребенок. Ушла в чистом, пришла в грязном. Одну вот такую вот она выбрала. Цена у нее 599. Дальше. И одну вот такую вот, как у Кати, только посветлее. Тоже 599 рублей. Две блузки. Дальше брюки. Брюки мы тоже померили, наверное, пар 10, да, мы с тобой померили. То короткие, то длинные, но вот в целом. Взяли вот такие вот брюки с ремешком на резиночке. Эти брюки 799. Вот такие вот снизу они вот идут. И вторые, Машенька, давай. Вторые мы решили, как у Светы, костюм наподобие взять. Ну, вот брюками только мы взяли тоже. В клеточку, сейчас это модно. И они 649 рублей. Вот такие вот они с кармашками идут. Маша померила, ей понравились. Эти тоже, кстати, с кармашками. Дальше, Маша, ремень. Вот такой вот ремень на резинке. У меня у всех девчонок такой. Дальше купили также бумажные салфетки. Фикс-прайсовский пакет. Давай сюда. И мы, кстати, заехали сегодня в фикс-прайс. Ребята, ну, сейчас достану вот это вот.